Привет. Привет. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Меня зовут Люба, мне 18 лет. Как давно ты куришь? Я курю с 12 лет. Помнишь ли, как начала курить? Опиши свой первый сигарет. Меня научила старшая сестра. Это была, по-моему, ЛД-сотка. Да. Это было жестко. Она тебе сразу показала, как именно надо курить? Нет, сначала я курила не в затяг, а потом уже сама научилась. Ну, давай посмотрим, как ты научилась. Закурь. Сколько сигарет в день ты обычно куришь? Штук 6-7, где-то так. Когда в общаге, курю поменьше, потому что лень спускаться с 4-го этажа на первый. Подряд сколько сигарет у тебя максимально получалось выкуривать? Штуки 3, потом становилось уже плохо. Пробовала ли курить без рук целую сигарету? Целую не смогу, потому что это сложно, очень сложно. Ну, несколько тяжек могу сделать. Давай сделаем. Отлично. Какие сигареты ты обычно куришь? И есть ли у тебя любимые? Ну, обычно я курю компакт, любые сигареты, но в приоритете у меня бонд с яблоком. Чувствуешь ли ты зависимость от курения? Раньше бы я сказала, что нет, но сейчас, когда я пару раз уже пыталась бросить курить, я поняла, что все-таки не могу без сигарет. Мне нравится сам запах дыма и вкус дыма. Чувствуешь, что курение как-то сказывается на твоем здоровье? Максимум стала больше одышка при беге, а так нет. Часто бегаешь? Не так часто, как хотелось бы, но да, приходится. Но именно спортом занимаешься? Нет. А когда ты бегаешь? В каких случаях? Ну... Когда спешишь, я имею в виду? Да, когда спешу, когда просто от кого-то убегаю. Часто бывает такое, да, что приходится убегать от кого-то? Бывает. Когда ты куришь на улице или когда пачку открываешь, ты мусоришь? Или всегда в мусорку там бычки выкидываешь? Мусоришь?